Друзья, здравствуйте! Приветствую каждого из вас на моем канале. Сейчас ты смотришь 13-ю часть второго сезона прокачки с нуля в Escape from Tarkov без барахолки. В прошлой части мы выполнили квесты «Аудит» и «Вам посылка». Это новые квесты, которые находятся на локации улицы Таркова. Также хочу поблагодарить за финансовую поддержку канала Максима и Михаила Шпателя, а также за ваши комментарии Леончика Запупина, Алексей Геймс, Тамерлана Антутаева, Форте 39 Рус, Лео Е, Вадима Тунцова, а также Масю Виноградника. Как обычно, заходим к торговцам, забираем делики, найти и передать аналогин и автомобильная аптечка. Вот это, кстати, хорошо. Главное сейчас не забыть то, что мне нужно аналгин еще вынести. Выжить с локации от таможня. И миротворец дает нам устранить решалу. Хороший ежедневник. И вот зашел я за дикого на развязочку. Хочу, короче, это мы воли. Хочу все-таки насобирать продукты для улучшения... для не улучшения, для обмена на этот самый, на холодильник у егеря. Поэтому сейчас сразу не буду терять времени, побегу к Гошану. Вот здесь только сейчас разгрузочку цепанем. Еще дикий лежит. Места у нас не очень много, поэтому будем увеличивать. Вот так вот, отлично. Техноспектры, вот это вот, вот эту вот всю ерунду я смотреть не буду. Я думаю, смысла от этого особого нету. Тут, скорее всего, ребята вообще пропылесосили вообще абсолютно все. Здесь мне точно ничего не светит. Не, вдруг, конечно, может что-то валяться. Вероятность этому есть всегда. Hello, бро. Здорово. Блин, я ж свой. Чё он меня валит? Он обходит меня? Жопа! Своих валит! Гаси его, пацаны! Блин. Перепутал, представляете? Вот это меня, блин, подставил этот. Я не хочу диких убивать. И вот, друзья, мы на таможне. Здесь собралось у меня достаточно много квестиков, поэтому я их хочу сейчас попытаться повыполнять. Мне нужно зайти в 220-ю комнату, мне нужно зайти в 203-ю комнату, мне нужно также на Таркон и в 114-ю в двушке. Короче, вообще очень много чего нужно сделать. Также насобирать всякой ерунды тоже достаточно много надо. Умирать, воевать особо не хочется в этой части, поэтому я так не спеша здесь подлутаюсь, похожу по заводской территории, побуду там, сям, короче, там посмотрю, там погляжу, где что лежит, пособираю, а потом уже будем идти к общагам. Как раз к этому времени, может, ребята откроют мне 114-ю комнату. Везде у меня ключи есть, вот кроме 114-й. Время прошло уже много, уже многие ребята открыли барахолку. Блин, язык заплетается. Барахолку.
Поэтому я думаю, купить ключик 114 сейчас основной массе игроков не проблема. Что это у меня? 218-я какая-то. Также, бро, хочу услышать от тебя, как у тебя дела вообще? Да по мне. Откуда он по мне валит, спрашиваю, тут как дела? Короче, расскажи мне, пожалуйста, как у тебя дела? Как ты провел эти праздничные дни? Что у тебя было интересного? Вот. А мы пока отхилимся. Обязательно буду читать комментарии, как вы уже заметили, я всем отвечаю, поэтому рассказывай, что там, как там у тебя вообще жизнь происходит. Блин, то где он? А он, да или нет? Бля, откуда он стреляет? Блин, я эти выстрелы вижу, а его не вижу. Что это за бред? Какой противный ботик. Бля, это вообще ужас какой-то. Он просто меня отовсюду простреливает, а я его не вижу. Ух ты, это АПшки на Мюльнер? Лапа, Магнум АП, нормально. Я в прошлом сезоне с Мюльнером так и не поиграл. По железу кто-то бегает. Погнали проверять, кто. А это он надо мной сейчас. Это ЧВКшники. Нормально так. Маленького уровня, ребята. Поэтому не буду их забирать. Единственное, вот пояс бы, наверное, заберу у него. И бинтик свой обновлю. Покушать тоже заберем. Патроны так себе у него. Вали!
Блин, нашумел этот, конечно, вообще ужас. Так, давай водку. Водичку выпьем. Это все вот сюда. Шина у меня 7. Еще кто-то идет. О, это уже 12-й. Это такой повеселее типчик. У этого можно и наушники забрать с рюкзачком. Калашик. Да давай тоже заберем. Че нам, пацанам? Так, реле, по-моему, мне одну нужно. Спички, вот это вот все нам не надо. Вот это вот заберем. Гранатку заберем. Эти гранатки тоже. Такс, 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 такс. Это скушаем. Пусть лучше вернется, чем не вернется. Страхованный же страхованный. Опасный, однако, бот. Может, мы с калашом его пойдем? Давай свой скинем. Патроны на калаш, думаю, мы спокойно найдем. Топор неплохо. Вот это тоже можно скинуть. Так, а вот теперь, наверное, давай, наверное, жука заберу. Он занимает... Хотя сколько жук дает? 20 ячеек. А здесь 25. Ну, жук занимает меньше на 4 ячейки. Может, мне большая ячейка для чего-то пригодится. Блин, вы видели, как он развернулся и по мне стрельнул? Вообще ужас просто. Снова двух рук нету. Блин, застряла, конечно, в этой части карты. Еще один тайм. Сколько их здесь тут? На ботиков посмотреть. Не зря же я их убивал. Ничего себе.
сывьем, каким Ксюха. Блин, хотел Ксюху, ой, этот, а, давайте поменяем, слышишь, не Ксюху, этот, бронеразгруз. У меня он уже 28 единиц осталось в нем. Даже не страшно, если его заберут, ребята. Не вернется, так не вернется. Теперь пойдемте наконец-то посмотрим курточки. Патрончики. Вот, пожалуйста. Говорил же, мы найдем патроны. Здесь ребята уже прошуршали. А золотую цепь не нашли. Фильтр воздушный. Блин, а как он выстрел-то в голову выжил? На патронов докидать. Сюда они, видимо, не заходили. Эта сторона вообще не лутана, похоже, дверь закрыта. Еще один бот там заспавнился. Бля, просто ужас какой-то этих ботов. А можно какой-то ключик полезный, пожалуйста? Хочет... О, вот дэшка. Вот дэшка. А ее я даже спрячу. Ну что, я думаю, пора уже бежать к этим самым к общагам. Мне осталось еще одну пачку сигарет Lucky Strike найти. И можно будет закрыть вредную привычку. Вот здесь еще ботик он.
Да, ботов я, конечно, здесь настрелял нормально. Вот сколько было бы ботов, когда я буду с Ксюхи квест выполнять. О, аналгинчик с Алочкой. Райбенчет тоже заберем. Это я их потом буду закладывать в лесу. Самое главное, чтобы сейчас в двушке открыли 114-ю комнату. Тогда вообще будет шикардос. Еще ППХи нашел. Вообще патронов теперь даже больше, чем достаточно. На первое время. Также хочу забежать в заправку. У меня есть ключики. Можно будет сейфик посмотреть. А также вдруг будет решала. Такой как будто бы челобот. Ну, не похоже, вообще пустой. Я ножницы нашел уже. Ежешь у меня, правильно? Да, есть, лежат. Эргономика плюс 7. А сколько эта крышка? А, я не могу ее снимать. Блин, ну ладно. Вот этой вот комнате находится сейфик. Также посмотрим полочки, вдруг что-то есть. Гризли, пожалуйста, неплохо. Блин. Помимо меня, то, что я вот это вот так довольно знатно пошумел на карте, какого-то кипиша вообще не слышно. То есть вначале вот это я слышал где-то со стороны заводской территории, стрельба была и все. Больше ребят я нигде не слышал. Настораживает это немного. У меня же также есть 110-й ключик. Надо будет сейчас зайти тоже в двушки сейфы посмотреть. Я думаю, здесь уже никого нету.
Разве только вот такие, как я, запоздавшие и без ключей. Двери везде закрыты. А, блин. А вот, смотрите, это какая? 104-я. Здесь курточка, по-моему, висит. Две курточки. То 14 у нас дальше. Здесь тоже война была. Hello, бро. Здорово. Видимо, уже слиняли. А вот носорог это, слышите, интересно. Вот это я, пожалуй, заберу. Вот это я, пожалуй, заберу. Двери внутри все открыты. Ребята пролутались. И это хорошо. Это действительно хорошо. Блин, еще может его рюкзак забрать. Веса, правда. И так 42 килограмма. Не буду. Думаю, здесь уже все пролутано. Все, 10 закрыто, ключа нету, типа. Так, заходим, забираем сейф. То, что 114 открыли, для меня это вообще счастье получается. Но мы все так же посмотрим даже 110-ю. Оп. А здесь сейфик-то не лутанный. Сухое горючее лежит, зажигалочка. Hello, бро. No war. Здорово. Слышишь? No war. Ты понимаешь? No, don't speak Russian. No war, бро. Ок. Надеюсь, он не будет ерундой заниматься. Не хотелось бы. 218-я. Блин. Не знаю, что это за комната. Я на всякий случай запьюсь обезболом. Запоздалый тип какой-то, такой же, как и я, забежал на второй этаж. У меня даже отсюда ключик есть. Откуда у меня ключ от проходной? Что-то я не помню, чтобы он у меня был.
Надеюсь, он меня сейчас не крысит, не сидит нигде. Было бы прискорбно получить голову от него. Здесь можно посмотреть ключики. Надо мной ботик ходит. Вон оно, пыль! Здесь народу лежит, конечно, знатно так. Так, ладно, мне нужна 203-я комната. Вот это она. И вот чемодан. Также мне нужна 220-я. И буду бежать на выход, уже смотреть ничего не буду. Сейчас самое главное, чтобы у меня свет не выключили. Сейчас вот уже такое вот время подходит, что должны рубануть свет. Вот два квестовых предмета. Я надеюсь, то, что я сейчас успею добежать до выхода. Hello, бро. Здорово. Лодка работает, отлично, потопали. Кто-то к выходу не дошел. Так, все, я на выходе, поэтому мне уже ничего не страшно. Крутой рейдик получился. Вот, сейчас быстренько сдаем задание, раскидываемся и заходим в следующий рейд. И вот наконец-то закрываем у терапевта квест провизор. Долго слишком он у нас висел. Также делик закрылся. И принимаем планы снабжения. Сельпо. Вот, пожалуйста, тушенок я тоже насобирал. Две штучки всего осталось. Авторем. Аккумуляторы тоже собраны уже. Свечи зажигания мы насобираем. Это будет уже не проблема. Принимаем врачебная тайна, часть 1. Медицинский журнал. Это нам нужно на резерв. Перепись населения. Ага, я понял, где это. И помните, я пробегал мимо здания и говорил, что здесь тоже будет задание. Вот это вот оно. Отдых у моря. Нужно будет тоже на еще на улице Таркова сходить. Я там еще два квеста могу закрыть. Также прапору закрываем квестик. Тряхнуть кассира. Это то, что мы в 203 комнате были. И принимаем каратель, часть 1. Вот это вот, я думаю, нужно теперь продолжать, ну, не продолжать, а начинать выполнять серию каратель. Чуть не забыл отдать медичке аналгин и закрыть еще один делик. Сразу же исправляемся. Это все я сделал ради снаряда ОФЗ. Нужно будет его тоже прапору отдавать. А вот лыжнику по реагенту, часть 2, передаем зацепки. И закрываем, принимаем третью часть. Это нам нужно идти на заводик.
Также из этого рейда я вынес железные кусачки и теперь вот могу улучшить аварийную стену. Улучшаем. Смотрим через 3 часа, что из этого у нас получится. Вот, ребята, снова у нас таможня. Только теперь на этот раз немного другие задания. Появились мы у Таркона. Мне, собственно говоря, сюда и нужно. Сейчас посмотрю курточки. Послушаю ребят, которые могут сюда бежать. И после пойдем на Таркончик. Выполняю задачу. Здесь садоводство. Часть, не помню там какая часть. Но это не совсем и важно. Третья, по-моему. Что-то вот такое вот. Ух ты, АПшечки. Ручка классная. Плохо я не могу в рейде изменить. Опа. А кто это был? Давай, ребят, запушим. Блин, а что у меня? Это просто жесть. Я на него зашел, и я не могу стрелять. Я вообще не понял, что это за прикол был. Вот просто так глупо я еще не сливался. Я так и не понял, то ли у меня патроны закончились, то ли, короче, что-то какая-то вот чушь произошла, и я просто не мог стрелять. То есть я вот этого мог, которого зайти просто убить и даже не посмотреть, не обратить на это внимание. Но вот как-то что-то пошло не так. Так, снова зашел за дикого на развязку. Опять будем пробовать полутаться. Появились у Оли, ой, у Оли. А, да, все, правильно, все, на Оле. Сейчас пробегусь тогда по вот этим вот полочкам. Прошурстим. Может быть, что-то получится найти интересное. И побежим к Гошану. Смысла отсюда убегать сразу я не вижу. Все равно-то мы здесь появились. Поэтому потратим немного времени. Найдем вот маленькую ВДшку, которая мне очень сильно нужна. Не зря решил посмотреть. Сейчас быстренько полочки осматриваем и идем дальше. У меня гвозди, по-моему, не нужны больше. Ну, заберем.
Мне бы по еде предметов найти. Мне нужно кабачковую икру, по-моему, еще одну найти. Таркола у меня есть. Если я сюда пойду. Ближе так не будет. Просто круг сделал. Ну погнали так. Трупов здесь пока я не вижу. Не наблюдаются. Поэтому, я думаю, стоит посмотреть техноспектр. Вдруг здесь ребята вообще не были. Я думаю, запросто такое может быть. Счетчик. Не помню, сколько там нужно процессоров и сколько я их вообще уже насобирал. Казан лежит. Уже никому не нужны. Интересного ничего. Может, что-то в Расмусине есть? Еще один счетчик. Спираль. Процессор. Магнит я уже вынес. Реле. Ой, стоп. Реле там мне, по-моему, достаточно много штук нужно. Это у нас тут такой. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так, вот так и вот так. Ребята здесь уже все полутали. Печально. Я думаю, задание с егерем знакомства сейчас уже основная масса людей выполнила задание. И должно что-то дооставаться, по идее. Сломя голову, сюда теперь вряд ли все бегают. Сода пригодится. Свои, свои, бро. Оп, блин. Сельдь нужна. У тебя сельдь есть?
отлично. О, КБ край еще. Я не помню, сколько мне там селедки нужно. Но одну мы уже нашли. Вот уже вторая. Нет, сайра. Соки, водичка. Водичка. Горбуша. Водичка. Так, ну вроде все посмотрели. Смысла здесь сидеть я больше не вижу. Нужно топать к выходу. Хотя, может, по пути еще что-то посмотрим. Вот разгрузочку обнаружим. Побольше. Тушенки также мне там две штучки всего осталось найти. Повезет, не повезет. Ее что, в принципе, и скрафтить можно. Что-то я это самое затупил на посмотреть. Сухари я, по-моему, попродавал, они для крафта нужны. Абсолютно ничего интересного не лежит. Сдохни, тварь! Тоже по полочкам челобот шарится. Нормальненько получилось, в принципе, чуть-чуть ближе к стали, к обмену холодильника. Я думаю, следующий рейдик можно будет попробовать за дикого уже не на развязку походить, а залететь на улице Таркова. А то я, что получается, здесь хожу на развязку, на старую карту. Можно же ходить улицы Таркова изучать, поэтому, наверное, туда пойдем в следующий раз. Так, вторая попытка прохождения квеста. Появились мы у общак. Есть, конечно, такой соблазн полутать общаги. Даже не знаю. И ладно, соблазн это соблазн. Дело такое, погнали выполнять квестики. Повоевать я всегда успею, а в этом сезоне-то я хочу все-таки взять капу, поэтому погнали задачку делать. С той стороны ребята могут бежать, поэтому лупанем таблетку. Машинка, кстати, работает. Интересно, встречу здесь кого-то или нет. На ВСР вот уже стрельба. Здесь сильно... Блин. По мне было, по-моему.
сразу делаем ход конем. Пойду через среднюю перебежку, мне она кажется самой безопасной. В основном люди либо через дальнюю проходят, либо вот здесь через эту. Но мы же не хотим нарываться на неприятности. ЧВК побежал. No war, бро. Здоров. Их несколько. Кто-то душит нас, ребят, на таможне. Этот раз я пошел с вереском. Вот такая новая пушечка. Добавил на нее ЛЦУ, а также поставил этот прицельчик. Это универсальный прицел с этого оружия. Вот как раз, если получится, проверим, как она себя показывает в бою. Что-то я вот не знаю. Кричу ребятам, кричу по войпу, но они не отвечают. Надо будет попробовать. У меня сейчас же сервера, вот вы часто спрашиваете, какие стоят. У меня стоит Центральная и Восточная Европа. Но вот проблема в том, что ребята здесь меня не понимают. И я ребят не понимаю. А вот, надо, наверное, попробовать ближе ко мне такие русскоязычные сервера. Это Западная Россия, получается. Вот я думаю, может быть, поставить этот сервер. Посмотреть. Может, иногда не всегда придется с ребятами воевать, а получится договориться. Потому что по-английски я вообще не а-ля-улю. Посмотрим картотеки. Вдруг флешка будет лежать. Lucky Strike лежит, неплохо. Соль. Можно закинуться. Под солями в Таркову еще кто-то играл или не? Мне показалось, там тело, по-моему, стоит. Показалось. Наверху вроде никого. Справа что-то стреляет. Идем спокойненько, делаем свои дела, выполняем задание и сваливаем. Так, стоп, а здесь же коробка должна лежать большая. А, ниш... Ага, вот. Забываю то, что в этом вайпе поменяли спауны квестовых предметов. Я что-то такое смотрю, нету посылки. Думаю, что за прикол. Неплохо. Блин, а нахрена я маленькую взял с собой аптечку? Вот так вот, ребята. Проверяйте компы. Иногда, может, повезет, и вот так вот заспавнится видеокарта.
Дикие лёцают. Ещё и так пикает меня. Странно. Судя по всему, ЧВК с этого спауна пробежал, здесь даже ничего не смотрел. Коллиматорный прицел. А что нам эти картотеки скажут? Помирать сейчас, если честно, вообще не хочется. Видеокарта с галочкой. Как бы нам теперь с ЧВКшников не встречать? А тут сейчас эти бестолковые войны. Еще дикий. Работает заправка, шикарно. Пацаны, открой! Ботик с ППШ. Забираю с собой предметиков. Сейчас после рейда выйдем, миротворцу попродаем. Надо торговать. Эй, с ним. Куда пошел? Десятка, спасибо. Жук как-никак тоже денег стоит. Вон он, блядь, вон он, ебать! А теперь можно и выходить. А теперь заходим к механику. Садоводство часть 3. Отдаем ему груз с видеокартами. Закрываем задание. И получаем садоводство часть 4. Вот как раз сразу видеокарту вынесли, видеокарту отдали. Стрелок от бога, часть 1. Ну как же я и говорил, по-любому на улицах Таркова тоже добавят под задачу. И тайны корпоратов тоже принимаем. Также передаем пачку сигарет Lucky Strike и закрываем вредную привычку. Еще один квестик у нас закрыт. Заходим в убежище и смотрим, что там у нас по аварийной стене. Вот она у нас уже построилась, пока мы бегали. Нажимаем улучшить. И вот у нас уже виднеется комнатка сзади.
Но мы туда пока попасть не можем. Нам нужно разобрать стену. Для того, чтобы разобрать стену, ничего себе, нам тут всякой ерунды сколько нужно. Понятно, ну что, будем собирать. На этом будем заканчивать эту часть. Всем спасибо за внимание и всем пока.